الحمد لله الغفور التواب يحب من أقبل عليه وأناب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى قال سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب والله الله принимающему покаяние, прощающему, он очень любит, когда к нему прибегают и обращаются к нему. Свидетельствую, что нет божества, кроме одного, единого Господа. Свидетельствую, что нет у него сотоварища. Свидетельствую, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, наш Господин, раб Аллах, его посланник. Прошу благословения и прощения его семье, сподвижникам и всем тем, кто последовал их благородному пути до судного дня, иншаллах. В аятах 31, 32, 33 суры Каф Всевышний Аллах Субхану Та'аля говорит: «Ва узлифатил джаннату лиль муттакина гайра ба'ид». «Рай приблизится к богобоязненным и окажется недалеко от них». هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Им будет сказано, вот то, что было обещано в земной жизни каждому, кто обращался к Аллаху, кто сохранял себя от запретного. То есть, кто обращался к Аллаху с поклонением и покаянием, и кто сохранял себя от запретного. «Мен хаша ар-рахмана биль-гойби ваджаа биль-кольбин муниб». «Кто боялся милостивого, не видя его, и пришел с сердцем, обращенным к нему». В этот благословенный пятничный день мое основное наставление – это и себе, и вам, это чтобы мы все были богобоязненными и обращались к Всевышнему Аллаху. И вот по этому поводу, поэтому сегодня хотелось бы в нашей теме сегодня разобрать такое понятие, как «эль-инаба» – обращение к Всевышнему. «Инна аль-инабату, айюха аль-му'минун» – уважаемые искренне верующие, братья и сестры, в нескольких тафсирах Ат-Табари, Аль-Куртуби и Аль-Багави, в их комментариях к Корану написано, что Аль-Инаба – это обращение к Всевышнему. Да? «Хия ат-та'аллаку биллахи та'аля». То есть это означает быть зависимым от Всевышнего, от Аллаха. Принадлежать Всевышнему Аллаху. Вот тавадуу ли джалалихи, то есть проявить смирение перед Его величием. Валь мусараа иля мардатихи, и спешить к достижению Его или к постижению Его довольства. Валь икбалу аля таатихи, и проявить интерес в подчинении к Нему. يقول رب العالمين وأنيبوا إلى ربكم. الله سبحانه وتعالى говорит: обратитесь к вашему Господу, обращайтесь к вашему Господу. فالإنابة صفة كريمة اتصف بها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. Аль-инаба, то есть обращение к Всевышнему, да, это благородное качество, которые были присущи абсолютно всем посланникам и пророкам, алейхиссалям.
قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام. К примеру, как пример, да, в одном из аятов Аллах Субхану Тааля рассказывает о своем друге Ибрахиме алейхиссалям. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Поистине Ибрахим был терпеливым к тем, кто причинял ему зло, часто обращавшимся с мольбами и много кающимся. Другой пример. وَقَالَ سُبْحَانَهُ حِكَايَةً عَنْ شُعَيْبِ عَلَيْهِمْ السَّلَامِ. В той же суре, сура Аль-Худ, Аллах Субхану Тааля расскажет о Шуайбе, алейхим салям. То есть напоминает его слова. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. И помощь лишь от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь. Или, например, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. وَكَانَ سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ саллаллаху алейхи вассалям يَقُولُ فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت. Наш пророк и господин Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, выстаивая ночные намазы, делал всегда дуа, просил дуа, который говорил: «О Аллах, тебе я предаюсь, в тебя верую, на тебя уповаю и к тебе обращаюсь». Ибад Аллах, уважаемые братья и сестры, инна мин асбаби инабати аль-кальби. Вот если рассматривать те причины, которые дают нам вот этот внутренний настрой обращаться к Всевышнему Аллаху, да, то следует упомянуть первые несколько вещей. Их много, но основные только на кого. Первое – тилават аль-Кур'ан аль-Карими ва тадаббур маанихи. Первое – это чтение священного Кур'ана, и постоянное размышление над тем, что мы прочитали. Когда мы его будем читать и размышлять, вот это будет нам внутри открывать вот это. Вот мы непринужденно будем начинать обращаться к Всевышнему Аллаху. فَقَدْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَوْتَ رَجُلٍ يَقْرَأُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ. Вот в одном из хадисов вот этот пример рассказывается, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, однажды зашли в мечеть, и увидели, как один читает Коран. И вот пророк, описывая этого человека, сказал, что он искренне верующий, и он тот, который обращается к Всевышнему Аллаху. Му'минун мунибун. Сенин, второе, что открывает нам внутреннее вот это вот непринужденное обращение к Всевышнему, это «ат-тафаккуру фи халькил лахи та'аля». Это размышление или размышление над творениями Всевышнего Аллаха. التفكر في خلق الله تعالى يثمر تعظيمه والإنابة إليه. Это вот размышление над творением Всевышнего Аллаха, оно, говорит, приводит к тому, что мы начинаем восхвалять Его и обращаться к Нему по необходимости или когда необходимо. وقال عز وجل الله سبحانه وتعالى сказал: أفلم ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Неужели они ни разу не смотрели на небо над собой, как мы его выстроили и его украсили? В нем, говорит, нет ни щелей, никаких недостатков.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. И землю мы распростерли, воздвигнув на ней прочно стоящие горы, и вырастили разные прекрасные виды растений. Табсиратан ва зикр ли кулли абдин муниб. И вот это, говорят, все мы сделали, все это, чтобы объяснить и напомнить каждому рабу, который обращается к Всевышнему Аллаху. وَمَنْ كَانَ مُنِيبًا إِلَى رَبِّهِ. Если посмотреть вот на тех людей, которые постоянно, непринужденно обращаются к Всевышнему Аллаху, к своему Господу, اتصف بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات, то, говорит, его можно описать как благородного, как человека благородного нрава и человека, обладающего хорошими качествами. فَتَرَاهُ بَارًا بِوَالِدَيْهِ مُحْسِنًا إِلَىٰ أَهْلِهِ. Ты его увидишь, говорит, уважительно относящегося к своим родителям и хорошим в отношении со своей семьей. رَفِيقًا بِزَوْجَتِهِ عَتُوفًا عَلَىٰ وَلَدِهِ. Добрым другом или любовником в отношении со своей супругой или супругом и любящим и нежным по отношению к своему ребенку, к своим детям. Васалян ли рахимихи рахиман бигойрихи. Он говорит, всегда тот, который обращается к Всевышнему, он укрепляет свои отношения родственные, ну вот, и милосерден, говорит, по отношению к другим. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Как-то однажды пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал: أهل الجنة ثلاثة. Те люди, которые попадут в рай или обладатели рая, да, являются трое, говорит, описал троих. И описав одного из них, он сказал: وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ. И вот, описывая одного из этих трех, он сказал, что это мужчина милостивый и нежный, с мягким и нежным сердцем. Айюха аль-муминун, уважаемые братья и сестры, искренне верующие братья и сестры, инналь-инабата сабилю л-хидаяти. Вот, заключая нашу сегодняшнюю проповедь, хотел бы сказать, что аль-инаба, то есть обращение к Всевышнему Аллаху, это такое, как бы, средство для тех, кто движется по правильному пути, по правильному пути. Аллах Азза ва Джалла, Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ваяхди илайхи ман анаба». И наставляет на путь ведущий к нему тех, кто обращается к нему, размышляя над увиденными знамениями, говорит Аллах Всемогущий Великий. «Ваяхди бабун илай хашитир рахмани ва джтинаби дзунуби валь асьяни». И аль-инаба, обращение к Всевышнему, это некая дверь, которая открывает к страху перед Всевышним Аллахом. Дверь к воздержанию от грехов и неповиновения. «Вальфаузи биджаннати ридвани ва ру'яти рахмани». Это дверь к достижению высшей награды рая и возможности увидеть Всевышнего Аллаха. Все это подтверждается аятом из суры Каф. Каля Субхану, Аллах Субхану Тааля сказал: «Ман хаша ар-рахмана биль-гойби ва джаа бикальбин мунибин». Кто боялся милостивого, не видя его, и пришел сердцем обращенным к нему, «Удхулуха бисалямин дзалика йаумуль хулуди». Им будет сказано: «Войдите
водите сюда, в рай, с миром. Это день вечности, начало вечной жизни в раю. Лахумма яшауна фиха, валядейна мазид. Им в нем будет дано все, что они пожелают, а у нас есть больше. И вот это валядейна мазид, мазид. Вот. Толкуется в комментариях во всех тавсирах. Объясняется о том, что вот этот мазид, это и есть как раз таки о том, что Аллах Субхану ва Тааля некоторым из нас даст возможность его увидеть, иншалла. Аллахумма джаальна илайка мунибина ва алейка мукбилин. Ва вафикна аля таати каджмаин. وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله сделай нас всех прибегающими к Тебе и обращающимися к Тебе. Сделай нас, чтобы мы подчинялись Тебе. Сделай нас, чтобы мы подчинялись Твоему посланнику, нашему господину Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы подчинялись тем, кто приказывает нам подчиняться Всевышнему Аллаху. Действуй таким образом в соответствии с аятом, которым Аллах Субхану ва Тааля говорит нам о том, чтобы мы, верующие, подчинялись Аллаху, подчинялись пророку, посланнику и подчинялись нашим руководителям. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يرفع درجات المنيبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آدم على دولتنا خيرها وهناءها وتقدمها ورفعتها ورخاءها وازدهارها وانشر السعادة بين أهلها أنت ربها ووليها. اللهم ارحم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين انتقلوا إلى رضوانك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. وارحم شهداء الوطن وأجزل مثوباتهم وارفع في الجنة درجاتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة.